Консультируем по любой жизненной ситуации. Делаем процесс получения документов простым и удобным. Таким слоганом встречает всех жителей города и района Уваровский многофункциональный центр. По принципу одного окна здесь оказывается комплексное, оперативное и качественное предоставление более 170 видов услуг федерального, регионального и местного значения, что делает его весьма востребованным у населения. По субсидии обращаюсь, оформляй субсидию. Раньше в очередь стояли долго, а сейчас все это быстро. Кабину сказали номер. Вот мы сейчас пришли, минут 10 стояли. И все, все быстро, все хорошо, все ловко. По многим вопросам, по справке. Вот сейчас пришла по регистрации ребенка взять справку. Вообще удобнее, чем ехать в паспортный стол. То есть я пришла, документы сдала, буквально 3 минуты заняла. Все. От паспорта и медицинского полиса до прав собственности на недвижимость и субсидий. В год количество обращений граждан в Уваровский МФЦ превышает 100 тысяч. Наряду с постоянно расширяющимся спектром оказываемых услуг, здесь совершенствуется и качество их получения, позволяя горожанам существенно экономить свое время. Существует такое понятие, как комплексный запрос, в рамках которого, обратившись один раз, гражданин может получить несколько услуг и обратиться уже либо по окончанию полного спектра услуг, либо по каждой услуге забрать свой уже готовый пакет документов. Но он сокращает свое время, он пишет всего лишь одно заявление. Несколько видов услуг – это по жизненным ситуациям. То есть, обратившись по какой-то жизненной ситуации, это рождение ребенка, утрата, покупка жилья. То есть человек также может у нас получить несколько услуг в рамках этой ситуации, то есть обратившись тоже один раз. Примером может послужить комплексная услуга «Мой малыш». Обратившись в МФЦ, можно зарегистрировать ребенка по месту жительства родителей, оформить на новорожденного необходимые документы, поставить его на очередь в детский сад. Одной из приоритетных задач специалистов МФЦ является максимальное внимание к клиентам посредством создания комфортных условий пребывания. Помимо самих окон обслуживания, в многофункциональном центре есть информационные стойки, удобные зоны ожидания, детский уголок и даже уголок для чтения. Существует уголок кроссбукинг, где люди могут либо взять понравившуюся книгу, поменяв ее на свою, либо просто почитать во время ожидания. Также у нас существует бесплатное зарядное устройство для всех типов телефонов, что позволяет людям как бы и сэкономить свое время, и в то же время, допустим, зарядить, если вдруг телефон разрядился. Удобство оформления необходимых документов в режиме одного окна горожане оценивают весьма высоко. На протяжении 6 лет своей деятельности Уваровский МФЦ занимает первые строки в областных рейтингах по качеству предоставляемых услуг. Оценка нашей работы – это оценка через портал, где каждый гражданин, обратившийся при получении уже готовые услуги, он может оценить работу нашего многофункционального центра. Оценки довольно-таки высокие. Средний балл – это где-то 4,87, 4,97. Но останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Повышая качество и доступность услуг, специалисты и дальше будут работать над тем, чтобы жители города максимально оперативно решали свои насущные вопросы в режиме одного окна, а сэкономленное время проводили в кругу своей семьи или за любимым делом. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов, Виктор Викторов для рубрики «Секреты семейного счастья».